Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. И вот мы наконец добрались до сердца питерского классического экстрима – скейт-площадка на Введенской улице. Можно сказать, что именно с этого места началась вся та культура скейтинга, которую мы освещали в предыдущих выпусках. Скейт-площадка на Введенской находится недалеко от станции метро Горьковская, в самом-самом центре города. Классический Петербург славится мрачными дворами-колодцами, но в историческом центре также полно вот таких уютных двориков для жизни. Обычно они используются под детские площадки, а вот это место уже более десятилетия облюбовали скейтеры и самокатчики. Кстати, рассказывают, что в свое время им пришлось выдержать конкуренцию с уличными баскетболистами, которые также претендовали на это уютное место. Неудивительно, ведь уличный баскетбол очень популярен в Питере. Но в конце концов райдеры победили и отстояли свой спот. Первоначальную деревянную рампу им заменили на солидное бетонное покрытие, а 3 года назад сделали козырек от дождя в ходе дополнительной реконструкции. Удивительно, но далеко не все конструкторы в Петербурге и вообще в России заботятся об этой детали, даже когда делают большие стадионы для очень серьезных лиг. А ведь с козырьком гораздо уютнее и всегда можно переждать дождь, что особенно важно для северной столицы. Кроме того, это место на удивление тихое, хоть и находится в центре, а сетка дополнительно отгораживает от внешнего мира, от дороги и от машин, которые ездят по ней. Правда, мелкие предметы через сетку все-таки можно прокинуть, так что полной безопасности она не дает. Несмотря на небольшой объем, около 660 квадратных метров, здесь есть все, что нужно райдеру. Все основные фигуры архитекторам удалось уместить на небольшом пятачке. Поместились даже разминочные брусья у входа и несколько лавок для отдыха. Правда, не все они под козырьком, так что учтите, на них может быть очень мокро. Несколько разных перил и граней позволяют кататься большой компанией, поэтому эта маленькая, но гордая площадка неоднократно принимала крупные фестивали при большом стечении фанатов скейтбординга. Здесь выросло целое поколение петербургских райдеров, так что это место можно даже назвать школой экстрима. И, конечно же, на скейт-плазе Введенской повсюду граффити. Некоторые из них созданы известными художниками, а некоторые рисуют сами райдеры, добавляют свои любимые лозунги, слоганы, да и вообще просто все, что придет в голову. Во время фестивалей площадка становится похожа на музей уличного искусства под открытым небом, а когда затишье, остается углубляться в воспоминания. Вот, например, кто-то закинул кеды на огромную высоту. Они прямо-таки вдохновляют подпрыгнуть так же высоко, дотянуться до неба или хотя бы исполнить какой-то крутой трюк. Говорят, что эта площадка напоминает Амстердам, один из мировых центров уличной культуры. Но на самом деле это именно классический Питер, такой, каким он должен быть – современный, стильный и спортивный. Чем больше таких площадок будет в центре города, тем комфортнее город станет для жизни. We'll be right back.